Ну что, наконец-то садимся завтракать. О, правда, Коля, ну да, но это у нас по сути завтрак, потому что мы не завтракали. Вот. Завтрак, обед, как всегда. Мы завтракаем кофе. Так, Коля прямо на салфетку говорит, да что мы будем тарелки пачкать? В общем, угольнички пожарила, эти блинчики кабачковые пожарила, сделала салатик, соус. Жареная. Да, и эти, как они Да, называются? наливай компот. Ну, чуть-чуть. Это сальники купили сегодня. Вот такие вот. Протушила их немножечко. В общем, захотелось что-то мне сальничков. Все, кушаем, пьем компот клубничный. Вот такие вот у нас завтраки. Надо замочили уже мясо. Надо будет сейчас с собаком делать тушенку. В общем, так вот у нас такая работа. Сегодня в день молодежи. Все, ребятки, покушали, их в бой. Заново намываю банки. Вот, подготавливаем. Вот замачивается мясо. Что у нас тут? Чековина, языковина. Вот, ну еще ж куриные эти шеи будут. Нет, там еще шея, тут сердце. А, и сердце, два сердца здоровых точно где-то есть. Так, теперь следующее дело. Да, уже все Зая нарезая. Закончится. Вот мне в миску всякие кусочки, вот, а я трамбую. А я вот здесь вот трамбую, по баночкам разлаживаю, разлаживаю. Вот, смотрю я, что у нас еще и останется, короче, что-то где-то просчитались мы. Ну, останется, я вам скажу, больше это не меньше, это хорошо. Да, будет нам просто покушать, ну, заморозим. Ну, все, катаем теперь быстренько. Крышки вон замочила в этом. В горячей воде. Чтоб резиночка хорошо разошлась. Да, 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 да. Вот. Чтоб нигде что не вздулось. И вперед из песни. Я подношу, Коля катает. Фу, господи, что так жарко. Душно. Так, капец, блин. Душно капец. Просто. Вообще воздух стоит. Да, стоит просто. Никак никуда. Что, песели, для вас это делаем, да? Для тебя, свинушка, это делаем, да? Для тебя и для бабы Джесси. Тоже мне свинки. Свинки. Давай открой. Оба. О, все. Пошла партия. Пошла. Партия пошла. Пошла партия. Собака. Куда понесли мясо? Куда мясо понесли? Все, в старом доме у нас стоит большая эта. Как она? Господи, автоклав. Ну скажи, мясо мое унесли. Унесли мясо. Что за беспредел? Верните скорее же мясо верните. Сейчас эти банки занесут там еще в доме немножко. И бегом заливать его все водой. И вперед из песни. А груша наша, видите, сохнет. А зачем стул? Банки как поставить? А, ты ж на газу прямо там. У нас высокий автоклав. Баллоновый. Да, точно, я забыла. Ты смотри, не гепни с этого стула, бо стул такой. Там бы стульев купить, че табуреток, че что-то купить. У нас ни стульев, ни табуреток нет. Ой, блин, ну их нафиг. Ты уже 2 года стол клепал. Что, ребята, опять за камеру забыла. Фу, позвала к себе Татьяну, Колину сестру. Сидим, малину обрываем. Она себе рвет, бо уже опадает после вчерашнего дождя прям совсем. Я себе. То прибежала за мисочкой еще. А Коля помидорки подвязывает. Ну что, ребят, ну как же без заготовок? Конечно же, заготовочки. Вечером у нас так вечер и проходит, да? Туда-сюда, там поработали, там подвязали, там убрали. Плюс заготовочки. Сегодня у нас малинка, немножко клубнички. Ну, в общем, работаем, работаем. Гляньте, какие у меня бурачки. И морковка. Это я просто прорывала, потому что, ну, густенько, густенько. Так что вот такие вот уже у нас вкуснячие плоды. И еще плюс листы, вы посмотрите на эти листы. Теперь уже можно настоящие конкретные голубцы делать классные. Утро доброе. У нас утро начинается с варенечка. Вот так вот, видите, остатки вчерашней малинки варю до варенья. Вон баночки подготовила. А Коля у нас уже пошел тушеночку вытаскивать собачью.
Ёшка за мышкой охотится. Вот так вот он за мышкой охотится. Скажи, развелись тут. Ишь, какие? Ну, убрала его наконец-то. Стоит, охотится. Блин, Боня ест, как свинья. Он все вокруг этой миски. О, у нас сегодня солнечно. Но мы сегодня проспали дико. Сейчас показываю 30. О, так 30 это хорошо. Сегодня прохладнее, чем вчера. И это уже классно. У нас ночью опять был дождь. Вот. Даже на этих, на всяких листиках, на всем. Шо? По-разному крышки, блин. Я думаю, втянутся. Ну, оно ж да, оно ж сначала так, а потом втягиваются. Ты их что, на улицу все вытаскиваешь? Ты на улицу их все выставляешь? А, может их сполоснуть? Бунька. Скажи, это моя тушенка! Моя тушенка! Да, они сначала, пока еще теплая вода, они еще такие... А это пока теплая вода, они поднадутые есть. Потом они втягиваются. Так, как только ставишь погреб, они втягиваются. Вообще любая консервация, если ее, ну, вот теплую поставить, крышки надуваются, а потом они втягиваются. Вот. Так что такое? Что? Сегодня утром Колина мама к нам заходила, практически нас разбудила. Мы сегодня, я же говорю, что будильник один прозвонил, Коля вырубил, второй прозвонил, Коля вырубил. Потом уже я его растолкала, говорю, зайка, надо ж идти, надо ж что-то делать уже. Потому что мы поздно вчера легли спать. То-то-то, все, то это, то зацепились за новости, то консервировали, ну, в общем, компотики делали, то еще что-то. Ну, короче, да, мы допоздна на огороде, давайте так, прокрутились. Мы уже горошек собирали на ощупь, так говорится. Вот. И что? И все. И утром немножко проспали. Колина мама заходила, это надо было через Приват 24 проплатить там услуги, она, ну, Коля ей проплачивает, она не понимает, как. То это самое. Зашла. И загнала огурчиков принесла, сейчас покажу вам. Классные такие. Во, гляньте, обалденные огурцы. Уже можно и в баночку их, понимаете? Какая красота. Но мы их пока так кушаем. Надо накушаться огурчика. Смотрите, какая прелесть, да? Вообще... В следующем году надо обязательно сделать так тоже в стаканчиках. Ну, понятно, да, чтобы пораньше их посадить. Ну, у нее, но это не в тепличке. У нее в тепличке огурцы в этом году что-то съела. У нее за тепличкой там есть место, и она себе их рассаживает, и она их там укрывает, и тюлью накрывает, и, в общем, над ними дышит, нянчит их, в общем. И вот, представляете, красота какая уже. У меня только-только начинают навязываться, а у нее уже вот такие вот. А сладкие, вкуснючие. Я вам просто передать не могу. Просто ням-ням-ням. Давайте ближе вам покажу эту тушеночку. Вот она какая. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Что, Бонька, твое, да? Твое, вкуснянька твоя. Твоя вкуснянька. Сейчас надо их споласкивать, потому что ржавчина. От воды ржавчина. У нас большой автоклав, он обычный из как, ну, он покупной, все, но он сделан из как из баллона. Здравствуйте, из баллона. Вот, и поэтому, конечно, внутри есть, когда варишь, ржавчина. Второй у нас маленький, но он из нержавейки. То когда мы уже нам делаем тушенку, то, в принципе, делаем из него. Вот. Ну, сейчас вот взять, сполоснуть, пока солнце не повернулось, да повытирать их и сразу в погреб снести. Слышишь, можно их шланги сейчас сполоснуть от этой, от ржавчины, и сразу вытирать и в погреб выносить. Да? Да нет, ты что? А что? Там у них еще такие тепленькие. И что? Зачем холодной водой? Ну, там просто с бочки водой. Раз-раз-раз кружечкой. Я мягко обычно вытираю и все. Ну, но ржавчина все равно остается. Короче, сейчас я ему помогу. Закатаю это варенье и... Приду, помогу с этими баночками. Ну что, вот 15 банок тушенки. Красота. Ну, как оно, оно втянется, не Коль. Вот смотри. Нет, ты дослухай. Вот сюда, бачишь? Втянуто. Втянуто. Одна. Ну и все, другая, можно сказать, уже. Они втягиваются, остывают. Смотря какое мясо внутри, насколько оно наталкано. Остывает мясо и втягиваются банки. Это как консервация, ты вспомни. Ты когда несешь консервацию, она бух, и крышка выдула ее.
Ну, ты же видишь, нигде не подорвалась крышка, ничего. Не трогай, давай, пока солнце не повернулось, и быстренько это самое. Ну, понятно, сейчас. Не щелкай, да. И посмотришь, они через полчаса, они все станут втянутые. Главное, что нигде не подорвалась крышка, что все хорошо. Счастье. Юша, ты видел? Воня, не лазь там, блин, банки, так, аккуратно. Она же хочет тоже, да, Юшика. Скажи себе, такой нашел себе этот космолет. У него прямо как это, тарелка. Да? У Юшика как она называется? Юшка, ты пилот, блин. Пилот летающего аппарата. Ты, блин, жук-вонюк. Сегодня утром мышку словил, молодец какой. Боня, аккуратно, тушенка, не зацепите мне тут. Вдвоем. Команда У, блин. Вдвоем то лазят вечно. Цай придет, об него, об Боньку трется. Капец. А мне сказали, а что ж за матрешка с ними типа не гуляет? Не, у нас матреша дама такая, она у нас такая вся, вот не подходите, не трогайте меня. То они иногда с Бонькой соберутся и матрешку гоняют вдвоем. Ну так, в шутку, конечно. Но могут погнать ее. Что там такое, чуфало что-то, да? Скажи, мам, я вся чухалась, давайте купайте меня, шампунь купили, купайте. Он жирная стала, да хвоста достать не может. Она такая смешная, сейчас садится на траву, а там же в траве всякие жучки-паучки. Она сидит, подрывается. И давай носом тут траву давить. Он, пилот, опять зашел. Нравится ему там сидеть. Ты, жучка, тебе там понравилось? Скажи, не выбрасывайте, пожалуйста. Мою летающую тарелку не выбрасывайте. Вышел, походил, опять зашел туда. Смотри, ему прикольно, ему нравится. Давай я водичкой их немножко сполосну. Ты сейчас мне все эти попачкаешь. Да я взял грязное полотенце. Ну и шо? Так оно же ржавое будет сейчас все. Так чисто. Да-да. Не сильно крышку туда-сюда. Чего? Ну, чтоб не это самое, не деформировать ее никак. Да, она была под таким давлением, что. Она была именно под давлением, да. Но сейчас же лучше так ее не сильно трогать, чтобы она спокойно, хорошо втянулась. Фух, да, ребяточки. Потихоньку. Так что-нибудь и заготавливаем. Не себе, собакам, правда. Ну а что, это тоже, извини меня. Ты что, себе же заготавливаешь? Если вдруг что-то случится, да, то мы как мы. Мы можем там себе, я не знаю, что. Мы можем и собачью поесть эту тушенку. Да не, я имею в виду, что мы как мы в том плане, что мы можем что угодно поесть. А собаку ж ты не расскажешь, что невозможности там приготовить или еще что-то. Она ж не понимает, что там какие-то катаклизмы. Клизмы, катаклизмы, что да? Клизмы такие, да? Я скажу, где мои клизмы? Ёжик. Где твой ёжик? Боник, а где твой ёжик? Нет, только Кушуля. А ёжик твой ёжик где? Где? Шукай. Где твой ёжик? Только Кушулька. Раскидала все свои игрушки. Сейчас мама будет ходить по тему собирать по участку. У неё же это клизма такая. Это у неё ёжик. Она и гуляется с ним тоже с детства. Прикольно. Скажи, ой, какая вкуснота. Это все мне. Спасибо, папочка. Папочка, спасибо тебе огромное. В общем, вот так вот у нас происходят заготовки. Будет денежки-то нужно будет еще купить. Да еще заготовить. Очень удобно. Когда нет времени там или со светом, с газом, еще с чем-то проблема. Раз, открыл себе тушеночку и есть. В любую кашу добавил, вот тебе и красота. Так, все, пошла я, у меня там варенье кипит. Варенье кипит. Вот наш ежик. Ежик твой. Ежик? Это же твой ежик. Или чей ежик? Боже, весь в болоте тут ежик. Ну, а ты не могла найти ежика. Твой ежик. Скажи, он грязный, этот ежик. Ну, зачем ты его сюда кинула? Может, банки полнее наполнить? Нет, полнее нельзя выдавить крышки. Куда выдавить? Наверх. Он там, когда нагревается, мясо расширяется. Все, банки расширяются. И поэтому получается, что это только по плечике. Потому что повыдавливают крышки. Понятно. Команда ух. Что, я же уже насыпала вам сегодня есть, блин.
О, видите, мы в прошлом году из лейки сделали такую воронку. Потому что купили воронку, а она, зараза, не подходит. Не подходит, да, у нее проблемы. Да, с горлышками проблемы. Поэтому вот так сейчас шмак-шмак и малинку уже заготавливаем. Ее бы было больше, но я же говорю, вчера я уже посадила, она осыпается. Думаю, ну пускай Татьяна придет тоже. Я все равно не успею собрать, осыпется до утра. Ну и Татьяна детям нарвала как раз. Вот. И мы себе заготовили. А следующую малину уже надо будет не прозевать. Вот. И уже варенье накатать. Компота в принципе сделала. А варенье надо накатать, потому что от простуды, от всего, это же самое то. Вы что? Малинка это дело ням-ням-няшное. Да-да. Ну, завтрак решила приготовить быструю рагу. Вон домашний лучок, домашняя морковка. Я вчера показывала, да, что у нас бурячок, морковка. Картошечка, сейчас пойду вырву этот, как он называется, кабачок. Вот какая, смотрите. Уже морковушка, обалденная, обалденная. И это при том, что я просто прорывала, ну, то есть то, что лишнее. Надо пойти сегодня подергать всю морковку, потому что капец, конечно. Вот. А свекольные листья вообще хорошие. Вы посмотрите, такие большенькие, уже можно готовиться спокойно из них. Так что посмотрим, может быть, сегодня, ну, глянем, что у меня по времени. Может быть, борщик сварю и сделаю, типа, ну, коли нравятся эти голубцы из свекольных листьев, то сделала голубцы еще из свекольных листьев. Фарш есть, сделаю. Надо бежать за кабачком. А, и помидорки же у нас есть. О, да, сейчас будет шикарная рагу. Он достала заморозки. Ой, неудобно, неудобно. О, помидорки. Здесь у меня резанный перчик сладкий, красный и оранжевый. А здесь у меня острый перчик резанный. Чуть-чуть острого добавлю. Горошек еще с прошлого года. Надо уже его использовать, потому что, ну куда, он уже перемороженный. И здесь у меня еще вот. Видите, это я в конце добавлю, и будет очень вкусно. Это капустка такая. Свой чесночок. Все свое. Вот. Сейчас я быстренько. Неудобно. Одной рукой. Вот сюда вот. И пускай. Пускай жарится, варится, парится. Оп. Вот так. Сейчас еще кабачок и будем. Томатная заправочка. Плюс помидорки свежие. Будет красота. Ой, ой, это классно. Ой, это классно. Ребята, кабачки. Это кабаны, а не кабачки уже. Боже, это реально пошел дождь, называется. Вы посмотрите на этих кабанов. Это уже, ой, блин, еще и Коля запачкал меня, землей принес. Ребята, вот такое рагу вкуснячее получилось. Тут все, и помидорочки, и кабачочки, ням-ням-ням-ням, и капусточка. Ну все, в общем. Вот. Осталось вчера еще у нас блинчики, вернее, оладки из кабачка и угольнички. Я Коля еще на работу положила. Огурчик, намазка вот такая вот. Ну, это получается майонез, сметанка, укропчик, чесночок домашний. Ну, в общем, все такое. И садимся, кушаем. Очень вкусно. Еще кофеечко мое недопито. Вот оно. И у Коли тоже, по-моему, недопито. Да, тоже есть. Вот. Все. Садимся. Все. Очень вкусненько кушаем. Всем приятного аппетита, кто кушает с нами. А у Коли вот такую обед наработку. Сейчас он чуть подостынет, не закрываю сразу крышечкой. Тоже угольнички, тоже, ну, в общем, так. И мои кабачки. Сейчас что-то с ними буду делать, капец. Все, Китиня. А ну, стой. Ой, что у тебя сзади там торчит? Наверное, этикетка. Блин, надо было ее оторвать. А, все, оторвала. Подожди. Все, машинка ее это пожевала, я ее дорвала. О, жарко начинается. Ой. Там, наверное, труба идет. Надо было выгнать раньше. Ну что показывает, кстати, 30 градусов только показывает. Меньше, чем обычно. Обычно 38, блин, 36. Сейчас показывает 30. Сегодня, то есть, не так жарко, как обычно. О, мусор Коля забрал, это хорошо. Фу, а я шо, горошек чищу я. Едет на работу, я чищу горошек. И горошек, тот, который уже собрала с этих больших кустов, весь червивый. Практически весь. В каждой горошине, ну, не в каждой горошинке, а в каждой вот этой лодочке хотя бы один червячок есть. Поэтому консервировать я его явно не буду. Я его этот самый. Сейчас почищу, залью солененькой водичкой, чтобы червячки повылазили. Но я стараюсь, конечно, перебирать, убирать те, которые
ну, поклеванная червячками. Ну, в общем, я если не замечу, то и заморожу, потом подсушу и заморожу. Будет нам на супчики, на такое, на зеленые борщики. Что случилось? Что такое? А, ветер. Я уже думала, что шестом. Вот. Да и все. И все. Сейчас я занимаюсь, в общем, этим горошком. И надо будет ту грядку, которая с этим горошком, пересмотреть и дорвать, наверное, вот эти все горошки, что остались. И полностью ее уже выдирать. Раз она уже заразилась червячком, то так оно и дальше и будет. Вот у меня молодая грядка подрастает горошком. Вот, то уже буду с нее брать. Чего? Что забыл? Я еще ничего не забрал до дома. Ну, тебе сегодня плитку надо делать. Ну, думай только за плитку. Пайка, плитка. Все вот эти дела. Все, Коля едет, пойду, я, наверное, закрою за ним забор, чтобы быстрее. Потому что он и так сегодня уже поздно. Очень поздно. Сейчас уже 12 часов, и он только выезжает. Это что-то мы как-то вообще сегодня вышли из графика. Надо было вчера ложиться вовремя, а мы до ночи, до ночи. Все, я закрою, езжай.